все возможности хороши, этот нестандартный, то есть понятно, что применяется мера административного воздействия к водителям, но есть еще и второй момент – эмоциональное воздействие. То есть сегодня мы пришли к нему. У нас еще запланирована акция всего Дальневосточного федерального округа, тоже будут участвовать юидовцы. Она стартует в середине мая и в конце мая к нам подойдет. То есть будет передаваться хэштег школьниками на границе регионов. То есть мы будем заключительным этапом Приморский край.